Лавандовые поля для предпринимателей являются высокорентабельными. Это связано с тем, что с лаванды, выращенной на одном гектаре, можно получить прибыль 8 тысяч евро. Привлекательными являются и невысокие начальные затраты. Чтобы начать бизнес, потребуется земельный участок до гектара, который необходимо обработать. Сажают лаванду осенью или весной. Подготовка почвы включает вспахивание, дискование, фрезерование, формирование грядок. Подобная обработка гектара обойдется в 1000 долларов с арендной техники. Для посадки потребуется 18 тысяч саженцев стоимостью 6 тысяч долларов. Посадка осуществляется механически или вручную. Вчетвером гектар засаживается за 10 дней. Техника для посадки обойдется от 1 до 10 тысяч долларов. Сначала ее можно будет взять в аренду. В марте-апреле лаванда быстро растет, цвести начинает летом. Саженцы следует покупать у фермеров на юге. Преимущество выращивания лаванды во вкусе и запахе. Ее не трогают насекомые вредители и животные, поэтому поля можно не обрабатывать химией. Растение это многолетнее, плантация может существовать 18 лет. Затраты на обслуживание в этот период будут минимальными. Урожай собирают во второй половине июля, когда нет дождей, которые снижают качество лаванды. С гектара собирают до 6 тонн цветков. Урожай собирают дважды, поскольку цветение повторяется. Лаванда реализуется свежей и сушеной. Рыночная цена килограмма свежей – 1,5 доллара, сушеной – 5. Наибольшую прибыль приносит лавандовое масло, косметические и лечебные средства. Сушить лаванду необходимо в вентилируемом помещении без солнечных лучей. Для просушки урожая с гектара необходимо помещение в 900 кубических метров. Из лаванды с гектара получают 60 килограммов эфирного масла по цене 100 евро за килограмм. Доход составит 6-7 тысяч евро. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.